Регулярно поступают запросы по проверке контрагентов, находящихся за рубежом. Что любопытно, обращения связаны с последней фазой. Уже необходимо платить по счетам или же подписывать контракт. Мы предлагаем обращаться к нам в самом начале проекта. Как только вы вышли на какие-то договоренности, вы можете по WhatsApp прислать регистрационный номер организации, который вы можете запросить у контрагента. Это как у нас свидетельство ИНН о постановке на учет. Этот регистрационный номер, соответственно, посмотрим наличие либо отсутствие данной организации. А если у вас возникают более глубокие задачи, приехать контрагент, посмотреть на месте наличие товара, наличие технологий, наличие каких-то других требований, возможностей, мы предлагаем услуги наших генеральных представителей, которые находятся сегодня в разных странах и представляют интересы Союзконсалт. Они могут выехать на место, протестировать вашего поставщика-покупателя, поговорить на языке региона и понять, насколько перспективен для вас этот контракт. Пожалуйста, обращайтесь к нам, и мы постараемся решить данную задачу.